Известная певица Ольга Бузова, которой недавно исполнилось 34 года, заинтриговала подписчиков романтической фотографией. На снимке в Инстаграм звезда запечатлена с большим букетом цветов, а безымянный палец девушки украшает кольцо с бриллиантом. Бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова поделилась с подписчиками фотоснимком, который многие из поклонников посчитали намеком о будущих переменах в личной жизни певицы. Исполнительница похвасталась огромным букетом роз, который подарил ей ее возлюбленный, блогер и певец Давид Манукян. На фотографии Бузова без макияжа, со светлым маникюром, уложенными волосами и в очках. Внимательные подписчики обратили внимание на аксессуары. Исполнительница надела большие серьги и браслет. Безымянный палец инстадивы украшает кольцо, которое на день рождения подарил ей Давид. В подписи к фотографии Ольга пожелала своим поклонникам, чтобы весна подарила им любовь, улыбки и счастье. Подписчики буквально атаковали певицу вопросами. Их интересовало, не собралась ли звезда замуж, и созрел ли Давид Манукян для того, чтобы сделать предложение.